Better. Marcus. Much better. Did you? Your end is within my reach. Pick it up, pick it up. Десятый такой пуньк, как раз вовремя, когда цель дезориентирована. А тем временем нападение смогло захватить 1/3 с половиной. В принципе, это весьма хороший результат. Очень Редезен хотел нашлепать LB-бэк, не получилось. Но Сайнфилд тут как тут и все-таки отправляет LB-бэк и Кинг Прона на базу. И весьма очень такое верное движение, что вот нападение сидит на высоте, заняли высоту и от высоты отталкиваются, чтобы вот нападать и делать бой. И вот включается страдание, страдает Редезента, еще вслед за ним Кинг Прон промахивается бомбочкой, но ничего страшного, Редезент делает двойное убийство по нападению, и здесь, мне кажется, исход весьма очевиден,
Опять одерживает верх оборона. С стороны атаки тоже ультов уже достаточно приличное количество будет в грядущем файте. Я думаю, что Кирика, если добьет свою Китсуна Раш, то, соответственно, с нее все это дело и начнется. У АСС есть биты, уже сразу же сдаются. Нет, не долетает до земли. Слишком высоко находился наш Фрогер, и за это был наказан. Ну, два тика на поинте. Ребят, конечно, попытка хорошая, но реализация не очень. Да, давай признаем тот факт, Redesant шлепает на повал. Начинает у нас души здесь Redesant на поинте Лусио, пока что не добивает, у Хакермена тоже проблемки, его отзонят щитом со стороны его команды, что самое важное, значит, что хил не проходит. Ну и, собственно, на этом поинте, я считаю, захвачен, и добейте их уже, не мучайте. И Mercy One Love побеждает. Пользу Mercy One Love. Так, и снова Redesant получает котлетку от системы Overwatch. И снова, наверное, было много страданий или нет? Да было, но не здесь конкретно, но здесь он бумагу показывает. Хорошо. Договорились. Тем не менее, круто ребята отыграли. Mercy One Love на этих двух картах. Мне прям очень понравилось. За сегодняшний день, наверное, это самые яркие матчи получились.